Приветствую, уважаемые телезрители, с вами ОМЗАП, меня зовут Павел, мастер. Сегодня мы решили открыть новую рубрику, ну, условно, ТО никто не отменял, называется. Несмотря на плохую погоду, пробки в Москве, так или иначе, люди, приезжайте делать ТО. Сегодня у нас i40 2016 года, 160 тысяч пробега. Приехал на ТО. Будем производить замену масла, сделать диагностику подвески. Вернее, мы ее уже провели. Без замечаний замена задних диски и колодки тормозные, поэтому будем менять. Поэтому, люди, приезжайте на ТО. Сегодня у нас будет механик Олег. Так что встречайте Олега. Сейчас он покажет, расскажет, как что будет делать. Добрый день. Меня зовут Олег. Я буду ремонтировать этот автомобиль. Так, ну, чтобы поменять масло, тут ума много не надо. Нужно открутить сливную пробку и масляный фильтр. Поменяем новую шайбу, потому что старую уже продавило. Поставили новую шайбу, вот фильтр у нас, вот оригинальное масло 5W30, зальем масло в фильтр. Все, устанавливаем его обратно. Закручиваем пробку. Как часто надо? ТО? Ну, кто 10, то 8. По-разному. Вообще 10 тысяч. Че, едем вниз? Так, сейчас мы залили 3200 где-то, и у нас максимум. Сейчас заведем, фильтр возьмет еще, и потом выставим уровень. Пока у нас масло стекает, мы поменяем воздушный фильтр и салонный. Чтобы поменять, нужно вот эти вот защелки отстегнуть. И все, элементарно. Видите, там какая грязь, ее нужно выдуть. Теперь поменяем салонный фильтр. Он находится в бардачке. Отщелкнуть вот здесь амортизаторик. И две штучки, которые держат бардачок. Вот он, тут находится. Отщелкиваем вот эту штучку. Вытаскиваем фильтр. Так, масло уже стекло. Надо проверить и выставить уровень. Ну, надо еще долить грамм 500, наверное. Вот уровень. Осталось у нас грамм 100, наверное, 4 литров. Поменять сейчас диски. Нам еще их не принесли. Сейчас пока просто начнем разбирать задние диски с колодками.
Чтобы поменять задние колодки с дисками, нужно свести электроручник. Вот сейчас электрик у нас это сделает. Сняли колесо. Нужно теперь открутить суппорт. На двух болтах держится. Сняли суппорт. Снимаем колодки. Не знаю, почему клиент захотел их менять, диски. Они еще походили бы. Чтобы снять скобу, нужно открутить поперечную тягу. Вот этот один болт. Потому что под этим болтом стоит болт, который держит скобу. И просто отводим ее вверх. А тут находится болт, который держит скобу. Все, сняли скобу. Теперь нужно снять диск. Два болта держат на ступице его. Вот и сняли диск мы. Также и вторую сторону. Хай, хай, привет! Я Алика, друг! О, вот такой парень, вот такой классный парень. Что, устанавливаем диск обратно? Ставим скобу. Закручиваем его, устанавливаем колодки. Колодки установили, ставим суппорт. Ну все, поменяли мы диски с колодками. Вторую сторону уже не будем записывать, как ставим. Все то же самое. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До свидания.